может хватить, но опять же у всех по-разному. Очень интересный вопрос про мочегонные и стенокардии. У человека было много мочегонных, потом его стало меньше. По рекомендации врача и участились, и, так сказать, усугубились приступы стенокардии. Там буквально по неделе подписали пациентку, 81 год, очень серьезный диагноз, там тяжелая аортальная стенозия, небольшая гипертензия, в общем, много-много всего.